Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 69 на странице 32 рабочей тетради по русскому языку для 3 класса автора Канакиной. Прочитайте. А я падеж родительный, характер мой общительный, кого, чего, и вот он я, предлоги часто мне друзья, и с, и до, и у, и из, до, небо вверх и с неба вниз. Соболева. Подчеркните слова, называющие признаки имен существительных в родительном падеже. Так, итак, падеж родительный. Кого, чего? Вопросы. Предлоги. С, до, у, из, до, с. Пишите в сигнальную карточку вопросы, на которые отвечает имя существительное в родительном падеже. Нет кого или нет чего. Найдите в стихотворении имена существительное в родительном падеже с предлогом. До неба. С неба. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.